Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». Сегодня продолжаем ряд видео по приготовлению настоек по рецептам, взятых с сайта «Азбука Винокура». И сегодня у нас будет настойка имбирная, для приготовления которой нам понадобится 1 литр самогона, здесь у меня зерновой, кукуруза 50-градусная, имбирь 50 грамм, мелко порезанный, который сейчас мелко и порежем, и цедра одного лимона. Так, и также нам еще понадобится 30 грамм меда. Ну, это в дальнейшем приготовлении. Приготовление довольно-таки длительное, но ничего страшного, зато будет вкусно. Я делал уже имбирный, но я делал несколько по другим рецептам. Многие рецепты свои по-честному придумываю сам, полагаясь на интуицию. Итак, имбирь мы мелко порезали. Сейчас снимем цедру лимона. 30 грамм меда мы добавим в дальнейшем. Пока небольшая пауза, чтобы не затягивать видео. Лимон наш почищен. Теперь все это засыпаем в наш дистиллят. У меня, как всегда, 50-градусный. Рецепт с азбуки Винокура. Посетите сайт. Интересный сайт, много полезного информации там. А я закрываю свою баночку и убираю в темное место, в свой шкафчик на 10 дней. Периодически буду встряхивать ее. Через 10 дней продолжим. Прошло 10 дней. Наш имбирь настоялся. Сейчас мы его процедим и добавим 30 грамм меда. Вот у меня есть донник. Друзья предоставили. Уже в некоторые настоечки я его добавил. Ну, это где-то порядком 30 грамм. Это 2 ложки меда. И сейчас мы процеживаем все. Все, что процедится в эту баночку, остальное мы смешаем с медом. Итак, процедили. Мед добавили и все это тщательно перемешиваем, чтобы мед разошелся. Теперь все это надо смешать и убрать на 7 дней отдыха.
каждый хатян будет несколько по-другому. Одну минуту. Смешиваем наши все баночки. При этом еще раз дополнительно фильтруем через ватный диск. Часть данного напитка я перелью в бутылочку, чтобы он стоял в бутылочке. Одну минуту. Вот такую вот этикеточку я подготовил специально для этой настойки имбирной по рецепту азбуки винокура. А как сделать такую этикетку, я расскажу совсем в другом видео. Итак, это мы убираем на 7 дней на отдых, потом дегустация. И вот наша имбирная настойка отдохнула несколько больше дней, чем я рассчитывал. Цвет, если вам заметно, какой он прозрачный, красивый, это снято с осадка. Ну, здесь рука дрогнула, немножко взболтыхалась. Ну, ничего страшного, в холодильнике осадок осядет, потом я его еще раз фильтрану. По аромату данная настоечка, пока переливал слюной, думал, подавлюсь. Имбирем пахнет обалденно, запах имбиря. Ну, пробуем. Ваше здоровье. Офигеть. Блин, классно. Знаете, выпиваешь, как будто какую-то вкусную карамельку скушал, а потом так жжение имбиря и карамельный привкус. Блин, это обалденно. Мне понравилось очень сильно. Рекомендую. Хорошая вещь. Азбука, тебе большой пламенный привет. Отличный рецепт. Супер. Ну, на этом всем спасибо. До свидания. Кому понравилось, ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал. Будет еще много интересного, вкусных настоек от меня, от азбуки винокура. Посетите его сайт. Очень классно. Всем спасибо. До свидания.